Всем привет! Вы на канале Toilet Laboratory 356 Хибиди. Сегодня, ребят, я буду снимать разные обзорчики. Кстати, ребят, мне приехала новая игрушка босс Скибиди-ученый, то есть Титан Скибиди-ученый. Давайте, ребят, я вам его полностью покажу. Сначала, ребят, я вам покажу лицо его. Вот так, кстати, он выглядит. Вот, ребят, если что, его колоночки такие вот, ребята. Колоночки, так, кто-то гавкает. Кстати, ребят, такая вот броня, ее можно так уделать и колонку. Кстати, ребят, колонки почему-то, они так одинаковые. Также, ребят, есть лапы его. Вот эти, ребят, его лапы. А некоторые вот эти как три тут, а вот тут как две лапы. Также, ребят, вот этот его лазер, вот, ребята, кстати, этот лазер его. И он почему-то еще и с другой стороны. Ну, ладно, ребят, не будем приступать. Не будем, ребята, делать сегодня обзорчик небольшой на него, на мою новую игрушку. Кстати, сегодня утром. Смотрите. Чисто, ребят, летающий. Чисто такой, смотрите. Скибиди, доп-доп-доп. Чисто, ребят, экран бьет, ребята. Также, ребят... Вон, вы все знаете, ребят, кстати, мою старую игрушку камерамена Титана. Видео будет длинное сегодня, ну, не такое, как длинное. Сегодня, ребят, я вам покажу. Кстати, ребят, напишите в комментариях, какие у вас мягкие игрушки по сериалу Скибиди Тойлет. Также, ребят, как вы не знаете, уже завтра Новый год, ребята. И, ребят, завтра уже мы, ребят, я буду, ребят, праздновать Новый год там. И засниму тоже завтра видео. А 1 января 2024 года, ребят, будет, ребята... У меня придет еще три игрушки по сериалу Скибиди Тойлет. Это Glitch Vantus Man, Титан Камерамен 2.0 и Титан Тувмен 3.0. Вот так, ребята, кстати, он сзади выглядит. Жаль, конечно, никакого джетпака, ребят, нету. А то было еще круче. Ну, вот такой, ребят, Титан Скибиди ученый. Кстати, ребят, вот эта вот штука, можно ее вот так открыть, и будет шею видно. Но уши, кстати, ребят, такие. А вот тут еще одно ушко. Ушко прикрывает его вот этот лазер. Вот, кстати, оно. Вот, ребята, я вам показала. Кстати, вот так он выглядит сдали, ребят, Титан Скибиди ученый. Новая моя плюшевая игрушка. Давайте, ребят, сделаем небольшой такой вот обзорчик. Так. Давайте, ребят, найдем что-то подходящее. Так, ребят, я камеру сейчас, ребята, вот тут оставлю. Будем смотреть. Так. И вот, ребята, все открывать. Я, ребят, хочу попробовать достать автомат. Сейчас, ребята, я быстренько положу камеру. Это все достало, ребята. Я просто так было удобнее очень. Ну, тебя обзорчик не буду. Все, минус видео ученый. Все. Ребят, все погибли. Даже сиреноголовый, ребят, есть. Кстати, ребят, давайте устроим битву Титан Скибиди ученый против Сиреноголова. Они, ребят, оба могут звуковой волной делать вот так. Вот Сиреноголова, например, и Скибиди ученый отлетает. А Скибиди ученый вот этой броней Титан Тувмена, и отлетает Сиреноголовый. Кстати, ребят, вот мои тапки. Давайте обзор на тапки сделаем. Первый тапок. Это мой тапок, если что. Это мой тапок. Кстати, ребят, давайте обзор на зеркало покажу. Ребят, смотрите прикол. Такое вот зеркало. Если что, ребят, это моя рука. Прикольная рука, кстати, ребят. Кстати, вот маск Человек-паука. Кстати, ребята, напишите какой в комментариях, какой ваш самый нелюбимый ютубер. Да, ребят, конечно, я вам хочу сказать, но мой самый нелюбимый ютубер это А4. Это вообще... Мистер Бист намного лучше, я его каждый день, если что, смотрю, даже сегодня утром смотрел его. Но только я смотрел Мистер Биста оригинального, не который на русском, не который играет в Майнкрафт. А самого оригинального Мистер Биста я смотрел.
Смотрите, какой, ребята, просто. Кстати, ребят, смотрите, у него такой вот лазер торчит. Он экран здесь еще закрыл. Давайте еще раз. Он экран закроет. Он закроет экран своей головой. Так, ребята, все получилось. Ладно, ребят, на этом я с вами прощаюсь. Всем, ребята, удачи. Всем спасибо за просмотр. Так, ребят. И всем пока-пока!